Так, задача победителя второго левела Кнайты. Рыцаря Грифона. Так, хорошо. Лоси. Лоси, лоси, лоси. Так, он делает синего этого. Слушай, ну справедливости ради можно отметить, что, блин, это будут зеленые феи. Зеленые феи — это еще то удовольствие. Стенку сделали сразу по куабы и не по. Так, как сделать красиво фейками? У меня два хода осталось. Синюю выкинуть. Пока так. Возьми по одному охотнику фею и медведя. Возможно, сейчас посмотрим, будет ли на фею покапать много урона. Если да, то надо будет. Так, здесь желтую фейку убираем, разгон получаем на лося. Синие побежали, толку нет никакого. И, кстати, 15 дамаги, ни много ни мало, мне лося бы как-то увести отсюда. На всякий пожарный, не дай бог, он сдохнет. Еще на таком, еще на каком. Ой, кстати, у меня лось может умереть об этого чувака, я правильно понимаю? Да, лось может умереть об этого чувака. Так, лося надо как-то спасать. С рачником. Так, мне это вообще все не нравится. 21 там будет, ребята. Мне сейчас кабинет-то снесет. Вообще жесть будет. Полная. Лося надо было сюда кидать. Кстати, у Фи же два заряда, а не один. Ой, господи Иисусе, я так зафейлил. О май гад. I'm one down little, please, son. Мне кажется, лося потеряю. Тут-то понятно, пол столба сейчас снесется. Или нет, если мой лось входит первый, то все в порядке. Да, он разбился об этого чувака. Это минус лось. Лось не умирает, если он натыкается на врага. Если враг наткнулся на него и убил, то тогда минус лось. А, все, тогда хорошо. Тогда я просто пока что очень больно получил по щам. Потому что сыграл как маленький дебил. Делаем вот эту атаку. Надеемся, что оно сработает. О чудо. Эта штука должна сделаться, потому что мне нужна дополнительная стена. Это типа какой-то супер кнехт, он просто все время работает и вообще его ничего не трогает. Что-то мои пикси говно. Они что-то сделали 12 урона какого-то или что? Ну, скажем так. Хорошего мало. Ну, не, в смысле, если пикси начали дамажить на фул мане, типа. Вот это была восхитительный ход. Это был очень скилл базит.
Это было очень скилл-базит, ребята. Билку прожать не занимай. Не забывай. Не-не-не-не-не-не. Пикси, короче. Так. Это так. Это так. Пикси, короче, такая штука, что... Они пока у меня full столб, дамажат много. Так, синий лось. Синий лось, зеленый лось. Так. Так, стопе. Если я похожу желтого сюда и с правой кнопкой сделаю, то у них будет спаренная атака. Ага. Да. Есть такое. Синего лося. Синего лося убрать просто бы отсюда. В идеале бы. У этого один ход, его ничего не догонит. Просто попробую тогда атаковать здесь. Блин, тут сейчас будет очень много урона. Эти чуваки реально дамажат много. В принципе, сейчас может закатить. Я сейчас могу нанести типа дофига урона. Типа у него девятка остается. И я просто добиваю стрелами вот так вот. Выхлопные стрелы. Так. Пикси получили 257. Да, вроде как... Вроде как нормально. Вроде как нормально. Можно их как бы гармонично качать, и все хорошо. Вроде бы. Но вообще, конечно, да, судя по всему, надо просто взять все три и радоваться жизни. Так. Похоже, никто не придет на помощь. Делай свое грязное дело, рыцарь. Покажи мне свой дальновидящий кристалл, и я разобью его, друид. Я знаю, что он где-то здесь. Ты ошибаешься, рыцарь Грифона. Эльфы и люди всегда были добрыми соседями. Мы больше не доверяем остроухим. Помолитесь своему дереву, чтобы ваша смерть была быстрой. Это чесок. Отойди от него. Я не подчиняюсь эльфам. Вы его получите только через мой труп. Только меня не зашибите, молодежь. Я уже стар и слаб. Да чё, поехали? Чё? Трш. Дроли не качаются. Ой, да они, короче, и мусор. У него просто грифон уровень первый. Судя по всему, грифон это реально что-то крутое. Да, что-то они две клетки даже жрут. Интересные темы. Так, на следующий ход можно собрать фей, чтобы они были в спаренной фигне. Да, судя по всему, этот самый герой, да? Так что это прям вау, какой-то хороший ход. Будем готовить просто зеленых пикси на следующий ход для атаки.
эту хрень. Слушай, можно и так, да. Здесь просто одну пиксель на будущее и все. Это... А меня не зашибить, это типа друид ходит, его по нему попасть нельзя. Так он же... Все эти задачи были постоянно не всегда. Ты главное не убей маленького друида на стороне противника. Да он ходит где-то там в жопе мира. Я надеюсь, он под руку-то не залезет. Надеюсь, не залезет. Меня не зашибите. У него какой-то грифон, который пока не атакует, но мне вот обосрамски страшно, что он сейчас будет делать. Мне кажется, что когда у него зарядится говнишко, это будет полный пипец. Это будет самая заряженная говнишка 2017, ребят. Друид ему пока мешает все это дело делать. Он все пошел. 28 урона, 5 ходов натягивается. 5 ходов, 28 урона, ребят. 28 урона, 5 ходов. Так, лося сюда. Феек сюда. Желтых феек сюда. Пусть чай покота. 38. Так, друид ушел, молодец. Зеленый лось, кстати, натягивается быстрее, чем... Лось, кстати, натянется быстрее, чем друид, поэтому... Хотя, не, подожди, они натянутся в один ход. Лося надо убирать тогда в сторону. Вот этого. То есть я пам-пам, передам ход, у него будет третий, третий, первый. То есть у него будет у меня третий. Да, лося надо убирать будет. Да, совершенно верно. Лося надо убирать. Будет. Это потом можно сделать. Один урона фигня. Три хода я, кстати, могу типа лося желтого. Подождите, а этот лося желтого. Этого лося убрать, потому что он что-то... Где там 37 дамага, кстати, будет. Стоп, стоп, стоп. А, надо будет убрать стенку одну. Все, я понял. Стенку уберем одну. Да, стенку уберем. Уберем одну стенку. Так, делаем... Убираем одну стенку. Убираем одну фейку. Просто в сторону. И добавляем фейку сюда. Сход противника на 38. Друид, не подойди, пожалуйста, тебя сейчас зашибет. Пожалуйста, не надо, не иди туда. Если друид попадется сюда, это будет трындец. А, нет, все, вот моя атака. Фух, слава богу. О, пиксель 757. Все, можно смело
500 хп, 500 XP. Можно смело ходить гибридным отрядом. Ты в безопасности, старейшина Эйвини. Мы отбили нападение. Спасибо. Постойте, ты ведь Анвен, дочь Лассера, верно? И у тебя большие неприятности. Откуда вы... Да, после смерти отца я должна была охранять клинок принуждения, но его украли. Еще деревья шепчут мне, что ты ищешь мальчика-человека. Годрик, он жив? Деревья не шепчут тебе, где искать клинок принуждения? Скажи мне. Деревья говорят, что рейнджеры осмотрели ваш злополучный лагерь, Анвен. Они нашли тела эльфов, убитых клинками Империи Грифона. Это уловка демонов. Нужно сделать все, чтобы эти слухи не расползались. Слишком поздно. Весть разнеслась, словно лесной пожар. Даже у края леса деревни готовятся... У края леса деревни готовятся к войне. Нужно остановить это... Файдаэн, если Иролана хватит война, мы не найдем ни клинка принуждения, ни Годрика. О, типа левелап сундуки. Пятихас. Увеличивает дополнительную силу сплавленной атаки на 50. Накидка удвоения. Сплавленная атака на 50. Вот, ну хотя бы меня... Хотя бы будет хрень. Хотя бы будет хрень, которая заставит меня... Хотя бы заставит меня юзать... сплавленные атаки. Так, сплав. Так, сплавленная хрень, это когда в ряд или одновременно? Я вот все забываю, это сплавленные атаки, это в ряд, по-моему, да? Как раз таки. Еще раз спасибо, Антон. А теперь за деревом вниз. Да-да-да, бегу. Потеря этого священного дерева стала бы большой трагедией для нашего народа. Ну да, все, он просто... Так. Вряд. Анвен, возьми эти листокрылья, они ускорят ваш спуск с дерева. Листокрылья, спуск с дерева, изи. Ну, короче, не когда ты делаешь два ряда с одним ходом. Это когда ты делаешь в ряд. Чуваков один ряд x6, как бы таких. Ну, короче, на лосей мне надо. А в это время где-то в Шио. Господин, мое задание увенчалось полным успехом, мы сорвали тайную встречу. Я истребил твоих врагов словно псов, даже носительница Камла Асия пала от моей руки. Просто отдай мне клинок пробуждения, Зексис, меня ждут дела в Эрише. А, вы об этом, господин, мне не удалось добыть... Клинок пробуждения. Что? Безмозглый кусок мяса, твое задание было добыть этот артефакт. Возвращайся в Иролан и найди его, пока я не превратил тебя в прыщ. Мне нужно получить артефакт до затмения кровавой луны. Да, хозяин, будет исполнено. И почему он всегда так кричит на меня? Господи. Искал пробуждение? Таркоман. Последний раз спускался до листокрыльев в школе рейджеров. Так. Короче, вот это вот как этого эльфа... Блин, стоп. Так, стоп. Так, значит, сохраняемся, конечно же. Очередной раз. Ай, на-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 
Так, погнали сюда. Тучи сгущаются над Ираланом. Анвен, подожди. Июнь не отправил тебе сообщение по листьям. Он дает тебе в помощь этих могущих изумрудных драконов и говорит, что предстоит еще более страшная битва. О, хорош, вооружит существо, конечно. Конечно, хочу увидеть обучение. Зеленые драки. Еее. Так. Сформируйте высшую атаку, поместив позади четырех рядовых существ. Цвет рядовых существ должен быть цветом отборного существа. А грифон — это высшее существо. 23. Помимо большой силы, у отрывов есть особое умение. Изумрудный огонь изливает кислоту на поле боя. Кислоту? У всех высших существ есть особое умение. Ага, понятно. Особое умение перечислено на закладке армии в меню героя. В отличие от рядовых существ, высших существ ограниченного времени сражения, высшие существа могут погибнуть. Дополнительная численность приведет их в жилище. Они могут погибнуть, если во время расстояния заряжаются или бездействуют. Такие высшие существа погибают, если их удалить с поля боя. Два высших существа можно использовать для формирования связанных атак. Высших существ нельзя использовать в качестве стен. Окей, ну это изи. Это изи, изи пизи лемон сквизи. Так, ну у меня два драка. Уже, наверное, тогда получается, что у нас тут? Почти четвертая пикси. Почти четвертый этот и четвертый этот. Ну все, погнали. Погнали, желтые мишки, зеленые пикси, эльфы синие. Желтые мишки, зеленые пикси, эльфы синие. И, собственно, пошли-поехали. Друидов мы юзать не будем, у нас тут, само собой, лоси. Лоси до драки. Совет прибой кислоты, которая действует в течение одного на сторону любому противнику, который ее касается. Боже, это имба какая-то. Имбав какая-то голимая. Так, что с тобой? Восточная тропа ведет к краю леса и деревням, лежащим у границы земель. Людей. Искр. Не желаете привезти ультравспыхивающие факелы Краснобородова? Нет, спасибо. Все, все, конец. Так, сохранить. Что-то я много сейваюсь. Достаточно безопасно все пока что идет. Так, деревяха. Твилист. Значит, ты собираешься остановить войну между эльфами и людьми? Как ты собираешься это сделать, если рядом с тобой не будет Энта? Докажи свою силу в бою, и я присоединюсь к тебе. Вступить в бой с Твилистом. Твоя сила будет отличным подспорьем в моем деле, Твилист. Я принимаю вызов. Твилист левел 5, ни хрена не понятно. Уничтожь клиентов. Блин, мне дали... Ух ты ж, ни хрена себе. Пять ходов, 25. О. Так, изумрудный драк заряжается от пиксей. От пиксей заряжается. Так, начнем со стены. Да подожди, ты стой, нет. Так. Танки есть, они, интересно, каждый ход будут заряжаться или чё? Олег, надо раздамажить. Текс. Наверное, будем копить просто дракона. Я правда думаю, что много ходов к ряду будет копиться. Блин, у него 30-ник урона будет. Но он, по идее, драка не должен снести. 25 желтый мишка. Так, здесь вот так вот. И вот так вот. Ну здесь, да, здесь сойдет.
хрен с ним. Так, ход игрока. Стенка стоит и неплохо. Вряд ли он меня ваншотнет, поэтому... Ой, господи, как мало урона-то. Так, еще один ход. О, печаль, трава сейчас будет. Чую печалище, чую травалище. Да. 36-40. Не драка бы не потерять. Я не готов отдавать на этом гогне дракона. Это-то ладно, то, что здесь их так дофига. Лось пришел, кстати, о птичках. Так, здесь один ход. Одну зеленую пиксель просто сливаем. Еще зеленую пиксель так и быть сливаем. Так, здесь надо лося убрать в сторону. Кстати, по поводу убора в сторону... А, ну да, его надо... Эту пиксю сюда, а лося в сторону. Зеленый дракон, скорее всего, танканет энта вот этого. Через поленца-то точно должен танкануть. Если не танканет, то тут, конечно, трындец будет. Ага, черт. Эта хрень бьет вообще мимо всего, я даже не подумал об этом. Фак, это глупо. Это было глупо. Здесь еще пенек сросся. Блинский. Хрен с ним, пусть чай прям так будут. Чтобы здесь улучшить, мне надо второго дракона. 75. Не, они все убивают. Да, изи, 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 изи ваншот вообще. Продолжить. И если ты и есть последняя надежда Иролана, то у нас большие неприятности. Понятно. Из чего мне минус драка сделали? Не-не-не, это можно типа без конца. Давай-ка посмотрим. Давай-ка еще раз попробуем. Короче, их надо убивать. Уничтожьте йентов. Йентов. Дела плохи. Так, синий драк. Так. А, давай-ка в дамаг тогда. Как в дамаг? Да что ж ты будешь делать-то, собака такая? Как же их дам... Друлей, друли. Да-да-да, кстати, друидов надо брать. На этот замес друиды очень хорошо зайдут. Ну ладно, уже начали этими чуваками, уж давай этими чуваками. Но друли здесь, да, реально очень нужны. Так, синий драк, синий драк. Синий драк. Господи, ну и разношерстная хрень. Ну и полное обосрамство на самом деле. Пробую хотя бы одного. В этот бой лучше не брать, драка. Да-да-да, драка-то точно лучше не брать. А тут даже... О, боже. Так, давай-ка отступить. Давай-ка отступим. Здесь нафиг, значит, драка... Лося вы проиграли. А почему мне... Это меня оштрафовали на что-то?
Не знаю, сейчас давайте проверим. Сейчас у меня 5873. Загрузить. Оп. Ладно, их не буду проверять. Так, значит, смотрите, точно берем друидов. Драков лучше вообще не брать. Драки уходят. Мишки, феи. Да, пожалуйста. Кстати, на сосед... кстати, есть посох старейшины, вообще способный друида для... связанного с друидом. Связанного с друидом. Так, друиды пошли. У меня, правда, всего 3 сложности друидов. Давайте для этого квеста. Для этого квеста купим еще друидов. Шести хватит. А если я, кстати, куплю прям 10 друидов, у меня прямо они с пачками будут валиться. Так, поехали. Так, хорошо. Да, зеленый энд. Так, синий энд. Так, синий. Если я тебя удалю. Может, как-то связать их? Потому что заролились они просто погано. Атакуют по врагам только синий энд. Только синий друид. Хоть заново раздавай, ей-богу. Так, это так. Угу. Так, хорошо. Зеленых берем сюда. Так, это пикси. Дамажит так, кстати, прилично. Так, хорошо. Угу. Плюс 2 хода. Шикарно. Они просто не проатакуют, если все сделать красиво. Да. Если сделать более-менее красиво, то они даже не проатакуют. Так, здесь ход игрока. Так, друидов не пришло. Какая жесть. Какая жесть, друидов не пришло. Какая же жесть. Друидов все нет. В попе огонь. Ну что же за бред?
За что ты так со мной, игра? Пришел желтый друид, да не туда. О, нормас. Нормас, есть шансы. Нормас, у меня пол карты. Ну, мне за ним-то кого-то поставить надо. Тут один ход, между прочим. Господи Иисусе. Так, брать... Да налей себе кофеус. Ты что-то угас... Да не, чувак, я ничего не угасаю, все в порядке. Тебе дру не нужен больше. Типа я должен с одной катки его, с одного хода пронести? Да что-то сомнения меня берут. Так, ну, здесь понятное дело. Здесь друида надо вообще в сторону убрать. Кека, кека, кека. Блин, да, друиды крутые, на самом деле, со своим замедлением хода, они достаточно. Здесь 33. Ну, пронесет он тра-та-та, конечно. Но убить меня не убьет. Сколько у него следующий ход? А, все, мне надо просто пережить его в хрень. I'm tired of your shit. Так. Этого чувака просто тогда добиваем, получается. Во-во-во-во-во, нифига тут произошло. Ты полегче. Начальник, ты что? Здесь хорошо. Тепло и светло. Господи, это зачем я укрепляю этот ряд? Больно. Те медведи же не попадут, зачем ты зарядил. Вот эти? Они же должны вот этого чувака добивать. Посмотрим, что ли, хотя бы. Или типа этого энта нету, и все, и можно жить. Жить, поживать, да добра наживать. Какая-то суперская билка. Что там в духе? Да, вот это дерево, он проносится во все. Все прям чин по чину. Угу. А эти солдаты не стрельнут. Fuck my life. Так, стоп, садись обратно. Так, пикси. Так, я про тех, которые уже убежали, ты поздно прочитал. Кстати, уже можно стрельнуть. Ну, короче, друиды зарешали прям Трататалион. Блин, мне не нравятся гибридные компы, их так тяжело комбить, это просто нечто. Если ты собрал одних медведей, у тебя в жизни все просто восхитительно. У них никаких просто... Ну, кстати, феи стойкость 1, урон 4. А у этих, кстати, у лучников дэмэдж-то больше, чем у медведей, между прочим. Просто трындец. Ой, друиды сразу получили баф. Что, ладно, друиды хороши. Так. Отличный бой, эльф. Я и мои родичи к твоим услугам. Получили НТ-2. Вооружитесь, что, да. Это, как я понимаю, круче, этот, как понимаю, нельзя, да, таскать? Это элитные существа. Выпускает лузу на поле боя, который каждый ход забирает здоровье противника, восполняя жизнь вашего героя.
Стойкость 15. Стойкость у него, конечно, тротталионная, но заряжается 5 ходов. Глубокие корни, кислотный выдох. Ой, мне нравится больше изумрудный дракон, честно говоря. А я могу ходить с этими и с этими? Ну не, они не вместятся. Они не поместятся даже близко. Ну, попробую энтов на самом деле. Бери он ли медведей. Не, ну они тогда у меня тогда остальное все будет недокачанное, мне это очень не нравится. Так, это интятня. У вас есть цена существа 553.1. Можно столько энфов накупить. Да ладно, они у меня умирать не будут, не собираюсь их терять, рили. Что за трэш? Саш, поешь, пожалуйста. А, да в смысле? Сейчас. Сейчас тут... Я попил этого... квасцу. Гляди, люди Грифона вот-вот сразятся с нашими братьями. Я сейчас уписюсь уже. О, опять этот квестовик-затейник. Может быть, еще одну работу? Уберите задание из списка. Искр. Угу. Искр. Взять премию, да? И премиальный ген. Ну и второй, конечно. Ангрот. Подождите, у меня квест... У меня, кстати... А где, кстати... Подожди. У меня 6-й левел. Подожди. Искр, Ангрот, Котлеон. Котлеон у меня еще пока там. Так. Когда я, господи, ему играть можно одной рукой. Ты че вообще не спишь-то, я не понял? Иди спить. Иди спить, не бези. Бизит бегает. Так. Значит, сейчас пошли мужику раздадим. Сейчас все будет. Чего вы сразу... Так. Сразиться. Так. О, энд. Энд спец по лукарям. Дру. 4 хода натягивается. Так, пикоси. Так. Ну, дру мы не перенесем никуда, конечно. Да, дру мы никуда не перенесем. А вот мишек снарядить так, чтобы они саданули, это... Да, тоже не перенесем, кого я обманываю. Здесь просто за минус один ход так. Здесь за минус ноль так. Здесь... Ага. Вот такая штука будет тройная. Тройная комбо. Тройная комбо двойного действия. Супер оружие будущего Человека-паука. Так. Пикси. Тихо. Энто такой. Энто классный. И как быть с энтом? Вот тут пенек маленький, плохой. О, у него золотые стенки. Так, ладно, сейчас я тогда... 15 дамаги, ё-красоты, это будет так побировать. Это будет так побировать, Так. Блин, надо что-то с этим вот трэшем придумать.
Он реально плох. Я даже не знаю, может быть, Энто сюда уже поставить. Типа этого двигаем сюда и запускаем десятку. Ну, пикси какие-то неприятные. Ничего хорошего не пришло. Так. Джашукин паузирует. Да блин, Энто хрен соберешь. Джоша, не паузируй. Пока все очень плохо. Так, давайте я пока вебку просто сниму подальше от греха, чтобы вас бедных не мучить мордой своей. 21. Ангел с тремя парами крыльев. Окей. О, ну убил Энто. Не, ну это переигрывание. Я что, наркоман, что ли? Fuck my life, да ты чё, троллишь машину? Отступить. Где мой... Подожди, а здесь чё, нету загрузки? То есть я на полном серьезе просрал себе энто? Подожди, а почему у меня не теряется количество энтов? Я не понял, почему у меня не теряется энтов? У меня было два энта, у меня два энта и осталось. Это как? Они что, умирают типа на матч? Они здесь не умирают? Так, ну друиды здесь точно не нужны, нужны лоси. Друиды были классные на энтах, но, к сожалению, кроме как на энтах. Потеряется, если убьют, но ты выиграешь. Ой. Так, подожди. Ну, лося добавь. Так, вот 9. Заряд 4 хода. Блин. Конечно, блин. Не. Наверное, как-то пока что... Ладно, я хочу попробовать энда хотя бы одного зарядить. Посмотрим, что будет. То есть тут, если ты проигрываешь и отступаешь, это не считается, тебе еще голдишка дают. Нет. Да. Если проигрываешь или отступаешь, это не считается, тебе еще голдишку дают, это 5. Это реально круто. И чё мне? Так.
Попробуем в наглую собрать просто. Попробуем собрать наглую. Так, все, энд пошел. Мне кажется, он просто даже не успеет зарядиться. Мне просто кажется, он даже не успеет зарядиться. Он даже не успеет зарядиться. Это так. Это так. Просто снесут его. Как говно. Если убрал дуралей, убери артефакт. Нет, да, сейчас уберу. Так. Это так. Добавляем лукарей. О, еще один зеленый энд пришел. Можно на следующий ход провернуть дельца. И чего? А сейчас-то что? На следующий ход, да ну нафиг, давай сразу на это тогда. Чтобы с этим работало. Так. Нанесли немного урона. Стало попросторнее. Энд сюда. Ентова сюда. Позвать. Господи, да что ж так не прет-то, а? Хоть реально свою пикси убивай, чтобы важную. Чтобы хоть стенка прокнула. А-а-а. Почему здесь стена, а не тут? Как это вообще возможно? Ты типа энта подвинуть не можешь или что? А, да, вы не можете подвинуть. Забавно. Ну ладно, поставим вот так. Ну чё? 9 хп. Ой, 23. Да, это минус энт. Вот собака. Так, где мой чаёк? Байкал, на самом деле, трешак. Фу, Байкал, класс. Так.
Так, это, во-первых, это переигрывание. Во-вторых, я решительно не знаю, как играть. Эти холопы, эти энтов реализовать, это реально полный трындец. Так. Это полный трындец, эти энты. Значит, артефакт я хочу на... Да, корни, конечно, с хпшкой. Существо, формирующее стену, возвращается после своего уничтожения с одним УЗ. Блин, это адский перк. Так, тренд работает, погнали. Хотя, знаете, блин, знаете, честно вам скажу, они столько инвестиций в себя требуют. А, блин, я рожу свою-то не показал, ну ладно, можно вот так вот. Они столько инвестиций в себя требуют, что это полный обосрамс. Знаете, что я думаю? Так, зеленый энд. Желтый это мишка энд, да? Так. Ну, смотрите, уже натягивает. А этот говнарь пронесет стену. Вот и что тут делать? Просто пронесет, как пить дать. Слушай, давай я пока тогда без... Где мои олени? Они мне, между прочим, заролены. Почему мне вечно энты приходят, две штуки? У меня всего два энта, а они мне две штуки приперлись. Я, может, что не понимаю. Так, это халява. Это халява. Это халява. Это халява. Пока просто без стен, без всего этого трешака. Так, ну это дерево, деревья надо размесить. Изи, бери дракона и убивай рыцарей в один ход. Да, мне тоже кажется, что здесь дракона надо брать. Просто рыцари натягиваются 4 хода. И имеют рототалион дамаги, да? Шаман-наркоман активировал премиум на ваш канал. Шаман-наркоман? Спасибо тебе большое, Шаман-наркоман. За... Приманан. На мой канал он. Так. 10 юнитцов не хватает. Давай-ка позовем. О, заполнили неплохо. Угу. Пока так. Когда будет следующий стрим, активируй на Твиче. Красавчик. К 15. Так. Так, здесь зелень. Здесь зелень. Так. Хорошо. Так, как тут быть-то? Здесь надо насыпать уже. Так, желтые мишки. Желтые мышки. Так, ангел пришел. За этого трента сразу наяривать, это просто перебор бургер. Так, это что это я сделал? Это я просрал ход? Да, я просрал ход, простите. Снаркоманил.
мне все равно на самом деле контрапупнут. Я фиг знаю, теперь реально я добавил этих энтов, и играть реально стало тяжело. Это просто какой-то караул. Просто караул. Собирается все мало. Собирать этих пикси тяжко. Юниты мертвые. Мертвяк. Просто все. Тридцать пять, шесть ходов. Господи, она еще... Ангелша еще пошла, по 35 качается. Это ж полная жесть. Доброе утро. Всем привет, ребят. Так, сейчас, секунду. Так, ищем. Ищем варианты. Так. Если реально сидишь, удаляешь юнитов, что-то делаешь. Он еще и... О, боже, он еще и этого убрал. 22. Тут 41 будет. 41. Ё-парсоте, ребята. Разнобой на столе, да, одиозный просто разнобой. Коста, лоси пришли. Господи, где же вы были раньше? А теперь у меня уже засрано все этим. Это отступление. Не, я, конечно, посмотрю, как проатакует этот. Тот самый. Блин, друиды, конечно, контрят очень сильно вот этих жирных кричей. Они просто друид хорошо поставленный, контрит сам. Но проблема в том, что тут с его позицией не угадаешь даже близко. Лосей даже негде позаряжать. Мест нет, хата не резиновая. Так, никакой атаки, само собой, здесь нету. Я, кстати, еще надел леса непонятного кучу. Надо... Так, 26. Ну, кстати, не, вот эта штука зарядится, это все, это трындец мне. Так. И что я сделал? Надо как-то с лосем тут... Идет, наверное... Лосем надо как-то сделать. Вот эта штука, хрен знает, она нанесет просто трататалион дамаджа. На 7, и это все? Ну да, он впитал, поэтому это все. Подожди, а что с Энтом? Он здесь остается на месте? Да, он остается на месте. Типа, а что с ним, прости? Это типа перманентная стенка такая? Очень прелесть. А, он типа теперь стоит, пока его не убили, он будет высасывать ХП. Он стоит и дамажит каждый ход на один, хилит тебя на один. Забавная фигня. Шестьдесят дамаги, ёпарсоте. Да, зато как тяжело это реализовывать, на самом деле. Эти 60 дамаги того не стоят.
Лоси, которые дамажат по 20, это куда жестче. Так, здесь в идеале бы, конечно... Ой, я правой кнопкой нажал. О боже, ну я и нубас. 44, просто чтобы меньше мне нанесло. У нее, наверное, какой-то рез. Понятно. Понятно, 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 понятно. Да. Да. Угу. Ну и боль. Так, лосей 5. Почему лоси не идут вообще даже близко? Пикси. Пикси просто отвратительные. Друиды... Друиды хрен их знает. Друиды окей. Друиды можно, можно взять. Энты мне пока не понравились совершенно. Заряжают, ну просто обоссы меня, Господь, долго. Поехали. Так. 8-го левела. Жуткий он, конечно. Он меня оверлевелит. Прям трындец. Но выиграть его можно. Господи, да он ангела уже сразу собирает. Постараемся, может быть, здесь стенку сделать. Да нет, конечно, никакой стенки не будет. Стена получила на 5. Так, все, пошли, поехали. Угу. Здесь можно будет стенку поставить хотя бы какую-то. Просто будет, пусть пущай будет хоть какая-то. Какую-то, какую-то, никакую можно поставить. Хорошо. Так, здесь вот уже не хочу никакую стенку ставить. Совершенно. Потому что будет просто... Хотя, в принципе, у него мало, у меня мало. Считай, считай, не проблема. Да, и пусть прибегут, наверное. Хотя нет, почему? Почему пусть прибегут? Так, здесь так. Здесь прибегут, пущай. И здесь друид пришел. Так, желтого друида будут убивать. Желтого друида будут убивать. Мишек с комбиджем с атакой драка, может быть, ваншотнишь. Сейчас постараемся ваншот. Сейчас постараемся. Кстати, Лола не взяли и... Да, они спарились у них атаки. Здесь можно переползти. Он сейчас тут убьет. По стене и 13 урона. Ой, как больно-то. Хорошо. Сладкий пирожок может уровень сначала поднять, а тут все выглядит печально. Не-не-не, сейчас уже будет. Сейчас уже приехали, можно сказать. Так.
Поехали вот эти чуваки. У чувака остался один ход. Здесь два хода. Ну, они об стенки разбиваются, эти чуваки достаточно никакие. Угу. Тридцать семь. Так, эта штука надолго. Ой, хорошо, прям весь край протритировал. Так, мишки пошли, с этими чуваками спарились. Зеленые не прибегут, поэтому пока что вот так вот. Пикси пришли. Толку никакого от пикси не будет. Да, толку никакого. Ну вот тогда просто стреляем здесь, пока можем. И здесь просто... Просто потихоньку собираем. Собираем патьку. Так, пришел кнехт. Эти чуваки потихоньку тают, да, вот на этой зеленой луже. Это же перманентная зеленая лужа. Вроде да, 12 урона. 17 здоровья. Вообще, на самом деле, если хорошо все сделать... Не, вот пока у меня нехорошо, конечно, все делается. Неприятная фигулина на рагулине. Чуваки вроде как... Вот такие барды, это просто полная ободрамс. Во-во-во, вот это ему наприходило. Угу. 8 и не убил пока. Так. Ну ладно, давай тогда так, так. И вот так вот, 8. Я думаю, что он уже должен убить его. Да, я думаю. Думаю, должен уже убить его. Это фигня. Ой-ой-ой, они... В один момент атакуют. Это нехорошо, нехорошо. Думаю, может быть, уже выстрел потратить. Да, что-то поздно я задумался о том, чтобы выстрел потратить. Так, хорошо. Ну, дракон показал себя в разы лучше, чем этот. Просто натягивается на один ход быстрее, когда в него инвестировано все, и он выигрывает свой ряд. Это просто ободрамс, как важно. Так что лучше... Юные эльфы... Risking everything to try to call a truce between these once peaceful neighbors. Прекратите! Опустите оружие! Меня на поле боя одолела юная эльфийка! Эх! Сырварка сдается на твою милость, эльф. Говори! Мастер Варкас! Почему вы подняли оружие против моего народа? Вы начали все это! Вы напали на наши деревни за рекой! Уничтожили посевы! Лжец! Это твои сородичи убили ее отца, мудрого Ласира, вместе с его братьями. Нет! Я была там в тот день! На нас напали не люди, а демоны! Демоны? Мы все пали жертвой чудовищной лжи! Нужно рассказать всем правду, пока наши земли не охватила война. Эх, даже если я поверю тебе, это ничего не изменит. Империя Грифона жаждет мести. По приказу графа Карлайла я отправил отряд к материнскому семени. Материнское семя?
Оно священно, оттуда выходят новые поколения наших деревьев. В самом деле? Они собираются его уничтожить. О, Силана, только не это! Если поспешим, возможно, удастся их остановить. Простите меня, я выполнял приказ. Так, все, этого мы забороли. А это что, пазл какой-то? Что за пазл? Значок головного Кенгла подсказывает, что он приложен несложный боевой головок. Боевый головок отличается от обычных сражений и имеет уникальную задачу. У вас есть один ход, содержащий 3 перемещения. Во время этого одного хода вы должны трансформировать атаки, чтобы уничтожить всех вражеских существ на поле боя. Перед вами не стоит задача ударить вас в зоне врага, так как врага нет УЗ. Не забывайте, что можно получить дополнительные перемещения, создавая цепи. Некоторые боевые головоломки требуют больше 3 перемещений и ключ к их решению цепи. Как и при победе в обычных играх, решение боевой головоломки принесет вам награды и ресурсы. Мы с моими солдатами готовы к бою. Так, хорошо. Попробуй победить меня за один ход, это будет исполнение стратегии. Попробовать победить за один ход. За один ход. Опять пазлы с капитаном. Победить за один ход. Пазлы с капитаном — это самое сладкое, что может быть. Ой, я знаю. Все получилось очень плохо. Так, где здесь кнопка? Кнопка начать заново. Так, ладно, давайте. Так, здесь же будет. Нет, я не победил за один ход, ребят. Повторить, да. Так, мне надо сделать так, чтобы... Надо сделать так, чтобы... Подожди, а почему... Подожди, если я сделаю вот так вот. Эти мишки никогда не окажутся перед драконом. Вообще никогда. Если я уберу этого, эти чуваки станут... А, он тут как бы... Подожди, стой, а может быть я даже правильно делал? Если эти чуваки с... Ну так, стоп. Значит, учитывая, что мне надо ударить по изумрудному дракону, повторить, да. Значит, мне точно нужны мишки. Хорошее такое количество мишек. Действительно, вот это, в принципе, неплохо. Загорелись. Здесь. Блин, я не то нажал. А лось, кстати, разгонится, убьет врага? Сразу вопрос. Мне надо просто проверить. Лось получит разгон. Сколько он получит? 22. 5. Лось. Да, дерево он убил. Хорошо. Значит, мне надо убить и лося, и энт, и... Блин, как же сделать-то?
Сначала центрального эльфа вбрать, пикси стакаются, далее изи. Да, вот у меня пока что... Два к драку. Подожди, нет, подожди, два к мишке. Видите, в чем проблема? Эти мишки, я вообще не знаю, как ими проатаковать-то. Может быть, мне надо мишками брать драка вообще? С лосем понятно. Может быть, лось? Ты еще следующую не видел. Мишку перед драконом убрать, двух мишек к дракону, он подвинется в мишку к оленю. Когда активируешь дракона, они же сместятся назад. Убираешь мишку под дабл связку. Двух мишек под дракона. А, точно, господи. Если я сейчас убираю вот этого эльфа, то вот этих мишек я смогу перетащить. Поэтому у меня получаются все. Вот так вот. О, господи Иисусе. Ни хрена здесь надо. Моя не мощь комбинаторное мышление. Все, все, все. Если я активирую дракона, то он сдвигает этих мишек. Ядрить это тяжело. Ядрить очень сложная игра. Очень сложная игра. Очень, очень сложная игра. Насыпала вдобавок. Так. Господи. Впечатляющая победа над сэром Варкасом, но я-то знаю, почему его план провалился. Не позвольте мне провести свой день на небольшой дружеской битве. Бросить вызов сэру Натансону. Ну что ж, поглядим, что там. Иди единорогов получи. Обоссы меня, господь, у него 8-й левел. Супер муха! Так, мне надо зарядить дракона и просто пронести его к чертям собачьим. У него уже прист есть, ангел. Так. Так, у меня есть друиды. Две штуки. Один желтый. Другой. Так, ладно, хорошо. Один серый, другой белый, два веселых гуся. Угу. Остался один ход. И этот один ход, это вот это пикси. Это что на белое? А, да, ее белые только. У нее типа у хуманов белый, оранжевый, голубой цвета. Здесь пока подснесено. Так, здесь пока... Мне надо разгребать вот эту пиксю, поэтому... Так, вот тут вот что мы будем делать? Не очень понятно что, но что-то будем делать. Угу. Вот этот же, который головоломку дал, есть еще. А, есть еще головоломка? Это хорошо.
Стенка. О, хорош, мишки убили с одного залпа ангела. Вау, вот это кайф, мать его. Так, здесь. Так, и тут этот мишань. Ну, здесь насыпать не помешает, на самом деле. У зеленый друг. У зеленого друга, которого можно включить только за один ПКМ. Обалдеть. Ой, 4 урона. Ой, бабирна. Ой, бабирна. Так. Так, зеленый друг, который включается за один ПКМ. Наслаждаемся. Ха-ха-ха, зеленый друг включился. Ой, лол, включился за один ПКМ. Видите, это просто какое-то пиксевое безумие. Так, натягивает друид. Здесь задержка и хода будет. Все. Слушай, ты мне не нравишься, честно говоря. Как тут сделать красиво? Посмотрите, вот здесь вот стрелки и здесь стрелки. Да никак, насыпай еще. Так, еще здесь есть... О, у меня есть еще два хода, типа. Так, во-первых, эти штуки скомбятся. Делали жирного мишку. Угу. Жирный мишка. Так, здесь мишка. И пикси еще вот эти. Сделают с комбо. Еще же на том дереве эльф появился. Это там же тоже на том здесь два рыцаря спилой спасал. Да-да-да, сейчас я сейчас поищу, все сделаю, постараюсь. Ход игрока. Так, ну у меня сейчас... Все проатакует. Ну, ладно, не совсем все. Так. Технически у меня только... Технически надо насыпать. Синий дру в лес. Синий дру в лес. Ой, эти корни не стакаются. Тогда это, откровенно говоря, глупая, глупейшая ошибка. Не то. Так, вот эти пеньки надо убирать. Так, эти пеньки надо убирать. А, они еще и грейдятся автоматически. О, забавно. Так, зеленый дру. Здесь ты стреляешь. Здесь вы стреляете. Правда, у него уже один ход, но ладно, пусть хоть какой-то накал будет, так сказать, страстей. А здесь три пикси. Вот это вот вообще расстановка богов. Такой элитный-то, а? Вот это атака. Ну, атака была хорошая. Ж понимаю. О!
Блин, ангел-то как тебе зарулился, это неплохо. Лол, она так легко умирает, это полный трындец. Видимо, она когда атакует, совсем безбашенная чупакабра. Так, давай-ка, дружок, как-то что-то придумаем. Так. Пока чушь. Они когда они заряжены, все дохнут легко. Вот сейчас будет заряд ангела. С ракет. Просто зря я вообще сунулся, называется. Так. Так, ладно, что мы... Давайте справедливости ради... Насыпем синий здесь. Господи, как все дерьмово. Как все дерьмово. Как все дерьмово. Как все плохо. Как же болит душа. Медведей как грязи, толку никакого. Здесь как бы постараемся сделать так, чтобы Мишка-Мишка был. Мишка-Мишка, и они повеселее будут. Правда, они, я не знаю, они так работают или нет. Раз обилка заряжена, делаем осфей. Я обилкой хотел бы на самом деле еще. Мне, кстати, обилка должна уже много наносить, если на то пошло. Я вот думаю, может быть, все-таки правой кнопкой убить друида. Мне очень страшно. Да, мне очень страшно что-то. Что-то, конечно. Так. Мне кажется, что я уже мог спокойно стрелой его стрелой его пробивать. Да, по-моему, могу. По-моему, могу стрелой пробивать. Тут первый ряд не пронесен. Давайте-ка проверим. Давайте проверим. Давайте заодно проверим, как говорится. Проверено. Просто на лалах. Просто на лалах. Похоже, мы с Варкасом совсем сдали. Наверное, мне не помешает немного поупражняться дополнительно. Мне все равно, что говорят об эльфах у нас дома. Вы, кажется, вполне достойные ребята. Конечно, достойные. Жидкость изумрудного действует в течение дополнительного хода. Драконья броня. Блин, да слушай, жидкость изумрудного дракона и так имба, знаешь ли, справедливости ради.
Так-то. Блин, вот лоси. Стойкость 4. Урон 22. Ход, время на подготовку, правда, вот большое. Друид в этом плане очень крутой. У него время-то поменьше будет. А если спрокает, это полный трындец. Давайте пока с оленями рогами побегаем. О, господи, с посохом старейшины, конечно же. Накидка удвоения, сплавленная атака у меня еще ни разу не получалось. Точнее, я их делаю просто решительно редко. Так, все, поехали, еще одна головоломка. Ты ущемила мое самолюбие, Анвен. Слишком уж легко ты решил мою задачу. Дашь мне возможность отыграться? Да, конечно. На этот раз я не дам тебе выиграть. Э, ну что ты такой сразу начинаешь-то? Так, задачки. Так, два дракона. Так. Пикси отсюда. Точно зарядить дерево. И, скорее всего, еще и зарядить еще кого-то. Так, если мы сделаем вот так вот, потом вот так вот, мне просто не хватит пиксей. Мне просто не хватит пиксей после этого. Да, мне просто не хватит пиксей. Мне просто не хватит пиксей. Тусуем медведей, ничего меня никто не убил. Так, берите золотые корни в нынешних реалиях, этот тар только мешает занимать место на поле. Какие золотые корни? Так. Если я... Так. Блин, эта хрень триггерится просто от пиксей. Ты чё, чувак, ну ты её вообще. Я просто, если буду собирать, то есть правая кнопка, если я буду собирать просто в дерево пиксей, у меня не так, чтобы прямо получится. Понимаете, да? Я даже просто собирая в дерево пиксей, это жесть вообще полная. Нет, хорошо, подожди, если я... Пикси не спереди. Пикси повыше. Чушь Петровна. Ой. 8-5. Чушь Петровна. Убери медведя синего, в самом низу получишь дополнительные ходы.
Какого медведя сам внизу? Да. Так. Мозг кипит. Поднимаем этих. Эти пододвигают. Вот с этими пикси я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать с этими пикси. У меня технически... Так, если с этими... Так, правый медведь. Ты про то, что, типа, его убираешь, у меня появляется, типа... Типа халява. Получается, пикси здесь. И собираются пикси тут. О! Лол, он взял и убил драконов. Хорош, я думал, что ему не хватит. Так. Хорошо. Эльфы. Эльфы почти пятого. Ой, стойкость плюс один. И пикси стойкость плюс один. Блин, у... Не ядрить вы жирные, ушлепаны. Просто жирные ушлепанища. Так. Так, хорошо. Твой ум острее наконечников твоих стрел, Анвен. Отлично. Корни энтов вытягивают заход вражеского героя в два раза больше. Озе, сок энта. Да хрен знает, нужен ли артефакт. Мне друидский очень нравится. Я друидский. Посох старейшины. Я просто недооценил друидов, я думал, они говно, а они оказались не говно. Кстати, этого чувака можно бы пронести за квест. Давайте сохранить игру. Пора уже прокатиться. Здорово, мужик. Почему меня не допускают к материнскому семени? Мне всего-то нужно один маленький образец. Хоть бы разок коснуться, с такой силой я мог бы править ми... Есть магия, не предназначенная для смертных, тем более для таких властолюбивых смертных, как ты, Котлеон. Чит сражение, конечно. Котлеон это который тот самый... Вау, у него ракшасы. Я знаю этих чуваков. У это джины, да? Иззекил поддержал ваш канал на сумму 111 рублей и сообщает сосиска. Не сосиска, нет. Я не согласен. Я не согласен, Иззекил. Вау. Это значит джинни? А это ракшасы. А это гремлины. Гремлины такие няшные. Так, зеленые эльфы. Зеленые эльфы здесь. Сразу накачиваем. Раз. Воу. Да не хотел я столько пней. Ёпрсоте. Собака, как это получается? Это случайно, это все время. Уж вы супер мухи. Спаренные лукари. Оу.
Навали еще немножко. Мишки набежали. Да что ж с вами не так-то, Михаилы? Вот ну что вы такие-то ненавистные. Пошел Джинни. Пошел Ракшас, обоссы меня, Господь. Так. Мишаньки. Так, здесь надо просто дракона убирать уже. Ход противника. Здесь надо дракона убирать. Здесь бесперспективняк просто. Я бы даже на самом деле дракона ПКМ убирал. Так. Это же, ну, я вот понять не могу. Это вот дракон, который это вот ПКМ убрал. Ну, типа, вот все перманентно ушел от меня. Неужели так? Заодно проверю. Казнил. Так, это так. А это так. Так у меня еще два. Делать нечего, давай так. О, прикольно. Это типа маги так себя ведут. О, суки. Неприятные эти маги. 64. Да чё, ребят, мне сейчас... Это чё, заморозка на 3 хода? Чувствую, я здесь поем. Ракшас заряжен. 50 здоровья. Это полная обосрамся. Опа. Опа, как приехала она. Чувствую, это жопеня будет. Чувствую, сейчас штампанет. Цвет, пускай у него хоть дамаг снизишь. Я планировал. 42, 49. Безжалостные стрелы. Просто вот так вот. 37, чтобы попроще было. То хрен его знает, он же сейчас просто снесется. Да забейте. Ладно, мы просто посмотрим, как ракшасы атакуют. И забьем на это дело. Больно атакуют ракшасы, больно. Отступить, отстань от меня. Минус 2 дракона, ага. Мишек заряди, может сдоджит еще стак. Да не. Да все. Подождите, я проверю. Да, драконы на месте.
Ах, жесть-то какая. Блин, а чё у него ракшаса-то 4-го левела? Что за жесть-то? О. О. Так. Так, если я закину сюда Мишаню одного. И как я его теперь закину, если я его, по сути, продал? Сам не знаю, ребята. Краеугольного Мишаньку, что был мне нужен, я просто продал. Просто продано. Так, Ракшаса пока не заряжен. О боже, как же бобирно-то, а? Так, желтый будет здесь, нет, здесь будет синий. Стена. Стена ли из лукарей? Ракшаса собирает, я бы туда подвинул бы кого-нибудь. Даже давай вот так вот просто. А сюда можно зеленого. Если вдруг удумает. Саша, предложение, у тебя ведь юниты быстрее, чем у компа. Есть луки, просто попробуй добраться до жирных кричей до момента зарядки комп. Обычно ему этот момент не доджит. Да. Так, пошел Ракшас. Так. Здесь побежали чуваки. То есть нанесли какой-то урон. Здесь. Хорошо. Здесь Ракшас в первом ряду, это очень здорово. О, блин, еще это приперлось. Ох, как больно-то. Это неприятно, конечно. Подожди, а здесь еще 5 клеток, что ли? Я не могу туда никого поставить. О, господи, я его взорвал. А не взял. Фу ты, твою богодушу, державу мать. Ладно, здесь... Fuck my life, блин. Ну и жесть. Так, здесь заморозка будет лютая. Если заморозка будет лютая, можно даже уже так-то, если на то пошло, не...
Эти чуваки теперь еще и одновременно атакуют. Таким говном еще пользоваться не умею, а они вон творят. 5.35. На самом деле в этом Ракшасе у него, скажем так, запорота до хрена всего у него в этом Ракшасе, грубо говоря. Нагоним еще юнитсов. Урона, конечно, много наносит. Меня вот эта линия пугает. Этот-то может даже больше никогда и не проатаковать. Получает просто тарататалион дэмэджа. Мишаник просто как грязи. Укрепили еще и мишаник немножко. Укрепили еще и мишаник. Так, хорошо. Укрепили еще и мишаник, насыпем кого-нибудь. Драк пришел. Драк пришел желтый, мишаниковский драк. Можно что-нибудь придумать здесь. Саша, есть предложение. Та 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 та. Так. Блин, ну Ракшаса, между прочим, осталось хп фиг да нифига, а он все накачивается и накачивается. Это мне не нравится. Так, здесь что у нас? Мишек надо беречь. Очень сильно надо беречь мишек. Эти чуваки будут заморожены теперь еще и пару ходов, да? Хорошо, давай тогда так начнем потихонечку собирать. Потихонечку, помаленечку. А, дракона мне просто снесли. 9 хп. Чё-то как-то, по-моему, всем... Чё-то как-то мой оппонент вообще клал на меня, да? Клал вообще, да? Так, дру. Это вали. Это вали. Это вали. Так, тут уже моя рожа. Один ход. Какая-то фигулина на рагуле не получилась. Так, у меня получился еще один ход, потому что у меня случилась цепь. Кек. Продолжаем клепать цепи. Хрен их знает, может быть так. Как-то не очень здорово уходит. Почему ты стенки не строишь, когда видишь, что у тебя ударят? Тем более, они регенятся. Я не очень понимаю, сколько они вообще хилят, если на то пошло. Хрен, 12 урона пошла.
Так, это с этим чуваком понятно. Здесь друид желтенький. Так. С стенками у меня вечно какая-то борода. Так, мне наносят... Я вечно строю в два ряда, а это делает стенки очень бестолковыми. Так, хорошо. Потеем, потеем. С мешками там такая ситуация, что их надо как-то... Что-то делать, короче, с мешанями надо. Гремлин меня, короче, сейчас задамажит. Вообще, перед ракшасами стенку поставил. Файнали. Так. Один с этого ракшаса будет. Один. Но он все еще есть. Этот один все еще, да, все еще один. Так, хорошо. Желтенькие тут, а? Каста здесь, да, ребят? Так, желтенькие тут, а? А надо, чтобы они были там, а ребята, а не тут. А. Попробуем брать этого, потратить тройные пикси. Тройные пикси должны встать вперед. Так, ну у него вроде как ничего экстравагантно сильного здесь не строится, и хорошо. Так, значит, убираем, да, наверное, арчера. А здесь мне трындец как надо. Если я медведей отдам, то... Да, нет, это трешак. Это трешак. Она меня убьет уже. Вот, меня убила. Какая же жесть, какая же жесть, как же больно. Вроде как контролю этого ракшаса. И вроде как все должно быть хорошо, да только никакого толку. Убивают просто на раз-два. Причем должен вроде контрить. Может быть, лося взять. Вот надо на лося взять. Он здорово к стенке контрит. Все остальные у меня в стенках просто умирают на раз-два. Так, ракшас справа. А у меня дракон зеленый слева. Так, что он делает? Магов вообще убирает. А, он просто раздвигает. Раздвигает. Чтобы сразу заряжать мужика. Ну и давай тогда. Чё париться? Я буду заряжать, и ты заряжай. То, что он-то сейчас уже... А почему он... А, потому что это желтые, лол. Окей, понятно. Так, ну давай думать. Давай думать. Здесь можно просто пикси собрать. А, да забей. Забей на пикси здесь. Пошел дракон. 28. Хорошо. Теперь, честно говоря, мне бы хотелось перед ним стеночку увидеть. Хорошо. Хорошо. Стеночка у меня, по идее, растет. Пока что один ход каждый. Все, он пошел ракшаса строить своего. Да, ракшаса своего строить. Но друида у меня нету. Друида у меня нету, поэтому пофигу мне совершенно на ракшаса. Ракшас, да, ударит, конечно. Ну и мой дракон ударит, и его ракшас ударит. Все честно, это паритет. Паритет. Так, хотя мы...
Если будем достаточно быстрыми, можем попробовать даже задамажить негодяя. Угу. Так, подготовь плацдарм для утроения урона дракона. Это же Зевин. Плацдарм для утроения дракона урона. Урон дракона — это же Зевин. Я не знаю, о каком Зевине ты говоришь. Где здесь плацдарм для утроения урона? Типа подстроить еще. Строить пиксей, которые будут ходить через ход, типа вот эта вот хрень. Это-то да, это я стараюсь. Это я стараюсь не мешать. Ой, золотой дракон пришел еще. Желтый дракон, точнее, простите. Об дракона ударился, толку никакого пока. Так, желтый. Так, собрались у меня в стеночку эти чуваки. Да? Так, мы можем пикси просто поперекидывать? Нет, не можем. Слушай, а хорошее место-то, если на то пошло. Может, здесь рилей соберем? С цветом тут, конечно, не задача. С цветом тут, конечно, не дада... Не... Третья цель в один ход. Не, ну здесь... Подожди, если сейчас... Если... Сейчас я... Так... Сплав пикси. В смысле, не будет сплава пикси? Не будет никакого. Не, раз. А, подожди, стой. Будет сплав пикси. Типа, я сжигаю это. Раз, два, три. Да, это же так сработает. Раз, два, три. Же должно забафать. Или это сплав дело, или эта штука только на этого чувака работает. Ой, 45 урона. Многовато там будет, ребят. Ну, Ракшас, конечно, плохо встал. Шестьдесят нанес дракон. 29. Хорошо. Ракшас встал у него. Голубой дракон приперся. Ой, как жопно-то, а. Тей, посмотрите на то, как, на то, как лучники стоят. Медведи тебя предали, они приросли к земле. Да, есть такое. Посмотрите, как сидят лучники. Это же полный обосрамс. Это же просто жесть какая-то. И чего мне с этим... И чего мне с этой позицией делать? Господи, боже мой. Они просто в рядки стоят ровные. Ракшасов, может быть, как-то попытаться принять. Пусть будет так пока. Пусть пока жирком откидываемся. Так. Можно убрать вторую феечку слева, и тогда все сложится. В стенке. В стенку сложится. Да.
Очень здорово. Вторую фичку сделать, тогда все сложится. Так, ладно, тракшаса мы будем получать. Вопрос на миллион мы будем. Давай тебя унесем, братан. Как тактически важного. Так. Центральный медведь минус. О боже, он снес мне за один ход. Блин, я не знал, что это так работает. Блин, а почему эти чуваки синие такие жесткие? Эй, чувак, ну ты йоу. Не должно быть такой фигни. Мы же нормально общались. Только мне это ничего не даст. Я пытаюсь сюда там строить пистинки перед ракшасом. Стараюсь. Стараюсь, но есть подозрение, что мне и так штампанет. Блин, я могу ПКМом хотя бы посадить на этих юнитов? Как-то. Чтобы понимать, что там вообще происходит. Стрелять, то вот это так, вот это так. Угу. На последний ход. Отлично, феечки тут зашли на просто масс перед ним. 70 урона. Ну по идее, 50... по идее я должен танкануть столько. Да, но тут через один ход девятка взлетит. Это будет очень боберно. Стеснительные 5 урона в щи. Так, здесь так. Что-то у меня здесь некрасиво все складывается. Так, мы что-нибудь... Здесь 9 урона. Здесь реально я могу уже огрести хорошенечко так. Почему у него все горит? Посмотрите, как он играет. Здесь горит, здесь горит, здесь горит. Он просто красавчик. Почему у него все горит, а у меня все не горит? Я делаю только одну хорошую атаку. Все остальное у меня разваливается как... Сказал бы, как разваливается. Очень плохо разваливается, ребята. Так. Так. 6 здоровья. Надо посмотреть, как в среднем получается у чувака. Как в среднем получается у чувака. Собирать все. Так. Чтобы его просто как-то... Все, домой поехали. Боже, как же он меня жестко контрит. Не, с драконом, первым драконом, в принципе, более-менее. Более-пельменее получается с первым драконом. Может быть, лося взять. Конечно, он по левелам чуть-чуть поприятнее, чем я, получается. Особенно это сказывается на вот этих вот... Джинах. Джины очень неприятные.